И снова вспышка кори. Теперь вирус проявился в Днепропетровской области. Заболеваемость там выросла в 40 раз по сравнению с прошлым годом. Но об эпидемии говорить пока рано. По данным Всемирной организации здравоохранения, корь – одна из главных причин смертности среди детей. Как распознать симптомы, расскажет Елена Миндалюк. Наталья с двухлетним сыном Даней в инфекционном отделении оказались прямо перед Новым годом. Малыш попал в больницу с ОРВИ и уже там заразился корью. В отделении был другой ребенок с этой инфекцией и заразил остальных детей. Данила не прививали из-за медицинских противопоказаний. Теперь у него осложнение. Сказали, да, все будет зависеть от обследования. Но пока анализы крови показывают превышение нормы в 2 раза. Ну, сердечная недостаточность. Врачи уже говорят о вспышке кори в Днепропетровской области. Для сравнения, в 2016 году в регионе лишь 2 человека переболели корью. В то же время на 4 января медики зарегистрировали 63 случая. В основном это дети, которые не были вакцинированы. 41 дитина віком до 17 років. Причому випадки кору реєструвались у 3-місячної дитини, 4-місячної дитини, 11-місячної дитини. Це вікова категорія, яка, згідно календаря, ще не отримає профілактичне щеплення. Але вони мали ризик у контакті з хворою людиною. Заболеваемость корью возросла по всей Украине, отмечают специалисты. Сейчас количество заразившихся увеличилось в 40 раз. Уже зарегистрировано более 3000 заболевших. В группе риска жители Одесской, Ивано-Франковской и Запорожской областей. Врачи настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию как детям, так и взрослым. Если вы вдруг планируете завтра поехать в Одессу, то лучше, конечно, и вы не помните, болели вы или вы привиты, то, может быть, для самосохранения лучше это провести. Может, вы поедете в очах. Безусловно, да, там, где повышенная неблагоприятная ситуация. И никакого самолечения, подчеркивают медики, ведь симптомы кори близки к обычному вирусному заболеванию. Начинается все с повышения температуры и светобоязни. Патогномоничный симптом, который характерен только для кори. Это обнаруживает пятна коплика на слизистой оболочке напротив коренных зубов. Сыпь появляется на 4-е сутки, распределяется сначала на лице, потом опускается каждые сутки ниже. В этот период выражен также интоксикационный синдром. Корь может дать осложнение в виде пневмонии и поражения центральной нервной системы. Главный способ профилактики – вакцинация. Для детей она бесплатна. Делать прививки нужно в 1 год и затем в 6 лет. Взрослым вакцина обойдется в 400 гривен. Елена Миндалюк, Евгений Кодницов. Подробности телеканал Интер. Днепр.